Ребятушки, ну все, наелись, напились, идем сейчас гулять. Хотим сейчас купить сыр, может быть, кое-что домой. Очень вкусно, ребята, очень вкусно. Это обязательно стоит попробовать. Конечно, этим не наешься, но обязательно стоит посетить. Коллекция пустяков. Пойдем посмотрим. А, здесь зонтики. А он Сочи твой, иди посмотри. Так, здесь у нас магнитики, получается, маечки, чай, сувениры. Чего ты хочешь? Это не то, это поло. Это поло? Все, тебе ничего не надо? Нет, ничего нет. Ой, хоть посмотрю, что у меня тут на голове распушилось. Сидели, ели. Ну, очень вкусно. Это прям вот балдеж. Сидишь, вот ты ковыряешься в этих мидиях. Там жрать, конечно, нечего, но, блин, так вкусно. Женщине, кстати, сказали, там вино стоит 500 рублей всего лишь. Я разговорился. Как всегда же я ко всем поговорить, поболтать. Меня ж прям тянет. Да. Живыми людьми. Выяснить у них, что там такое. Да. Так я же это везде. Хоть с живыми людьми поговорить, да. А то все только это, с виртуальным, да с виртуальным. Вот если Даша завтра приедет, такая, о, подписчики реальные, они существуют. Что это свежее? Непонятно. Так. Что, пойдем как раз за сейфимся в нашей ресторанчике. Нет, сначала надо... Он, кстати, орешки. Где тут сыр? Дают. Сыр. Мы дальше, по-моему, смотрели. По-моему, дальше сыр. Да, дальше. Это должен быть. Угу. А, вон он, Асет Богатырь. Нам, блин, против этого как раз кафешечка. Вкусно, Любов. Какая-то кафешка. Тоже. Обязательно нужно быть на море, обязательно попробовать морепродукты. Это прям 100 пудов. Ну, что, принято это мы, ага, конечно. А 42-го до 58-го. Ну, все, не вы, да. Не вы лучшие. Так. Вот наши. Люляшки. Вот наша кафешка на ужин. А там дальше наши. Где-то засывал он нету. А он это сегодня. Вон стоит, что, не узнал, что ли? Это он, думаешь? В меху. В меху? Да. Вот что я искал. А он держит, кстати, вот тоже. Такие вот эти. Чего? А, эти? Олимпийки? Ну смотри. Ты вот такой, что ли, хотел? Как кофта. А вон, типа, это... Ой, вы сегодня какой красивый-то! Вот какой наряд у вас прям шикарный! Прям такой мужчина! Можно с вами так это? Конечно! Мы вечером придем обязательно. Я вас жду. А я хотел спросить, а можно со своим вином прийти? Приходите, можно с вами вино, свое вино принести. Понятно, то запуски вас закажем. Запуску есть полно, а вот свой приходите. Вас прям даже вот невозможно не заметить. Ну да. Красота. Все, через полчаса. Мы 7 часов придем. Далее говоря, если чего, вы можете там на панечку взять. Они теплые, они классные. Дома нам где шкурки носить? Наоборот, у себя там вот теплые. Дома, да. Мороза. Хорошо, спасибо. Да. Он сказал, можно со своим вином, можно со своей водкой, пожалуйста. Вообще без проблем. Так что мы возьмем свое винишко и будем сидеть прибухивать под шашлычок. Красота. Не, ну у них же здесь не продается ни вина, ничего. Так вот. Лицензии нет. Вот, ребят, видите, смысл в том, что нужно к людям с открытой душой, с открытым сердцем, тогда они улыбнутся вам в ответ. Когда все ходят так, буки вот так вот, да? Будет фигня. А я всегда с улыбкой, я всегда там здрасте, там туда-сюда, с улыбочкой. Всегда у меня вот люди рады. Да. Там. Все. У них вроде все крытое, да, все хорошо. Там будем сидеть, красота. Вон, видишь, это нацепил кто, блин, это куда добрался, это самый высокий. Самый высокий? Да. А он, по-моему, натирает это, знаешь, это как воском натирает, чтобы... Нет, там это шкурка, мелкая. Чтобы точно никто не залез. Да, да. Он какие-то булочки. А, это грибы. А у них грибы здесь какие-то прям реально. Они как, я не знаю, как они из чего сделаны. А здесь, кстати, прям видите, в Арнастерии кафешек.
Я не разбегаюсь. Серия кафешек. Вот такая. Баскин Робинс даже есть. Кафешка Баскин Робинса. Вах, вах, вах. Вся из сусального золота, золота. Вах, мама, кто это? О, сыры, специи. Вон тебе, пожалуйста, домашний сыр. А что это не надо? Это такой не же. То. Такой не же. Там были, а были вот в той. Да? Ну, пошли в ту. Вот здесь, видите? Это типа 3D-реальность. Кстати, ветер разгулялся, прям, знаете, прям прохладненько стало. Дарья Абхази. Вот, Дарья Абхази. Да вот мы здесь как раз и были, когда стрим у нас был. Давай, давай посмотрим. Возьмем. Ой, здесь какой интересный сыр. А вот, кстати, висячий, как дядя Леша привозил. Да. А какой цены сыр у вас? 550 килограмм, можно предварительно попробовать. Что еще? Ну, если ты где-то такой. Царская. И какой-то месяч. Это вот как мы брали. А это вот как раз. А это вот у вас овечьи, да? Или кози? Кози 1500 стоит. Да? Да, да. Молоко коровье, копчица на углях, сулугуни, адыгейский творожный, абхазская груша, сливочный молоко. Абхазская груша. 550 килограмм. Ага. Он чай тоже, как мы встречали, он. Энергия жизни. Это все. Зеленый, да. Ты не мешай. Кемали. А это что за сыр? Это вот. А это как вот георгиевский рулет или, да? Что-то такое? Ну, что-то. Это сулугуни только... тоже. Только... с укропчиком, с чесноком. А вот это вот георгиевский рулет почем? Там у меня, так понимаю, с аджикой, да? Да. Тут аджика, тут укропчик и чеснок. Он тоже по такой же цене, да? Целые рулетики 300 рублей. Угу. А вот это что такое? Это как уже порезанный, да? Да, конечно. Понятно. Так, ладно. У вас тоже терминал есть, да? Да. У нас такие обычные висят. И что? В этих магазинах. Две с половиной. Это в нижнем. А шилет у них висит 1800. Только если поторговаться, я думаю, еще не буду. Да ну, господи, там надпись «Обычная Россия». Ты же хотела именно, чтобы было написано... Это олимпийская. Да какая символика. Нафиг олимпийская? Там да. Нету никакой олимпийской символики. Успокойся. Говорю, там, мы приедем в «Спортмастер». Там где написано «Боско». У нас таких нету сейчас в «Спортмастере». Я тебе найду. Ребята, давай, у нас есть поставщики «Боско». Алан тут заинтересовался куртками с надписью «Россия». Не, блин, куртки. Прорекламируйте для него. А, блин, жилеты. Жилеты, да. Чтобы было Россия. Короче, надоел ты Боско. Мне. У тебя, блин, этих курток... Все, Вован, лишён. Лишён. Мы пойдем покупать сыр, нет? Сейчас. Пошли. Пойдем покупать сыр. Все, пойдем. Вы, кстати, так подумали? Там а по 500. А там георгиевская. Ну, возьмем, а потом в следующий раз георгиевская. Если там будет. А, да. Ну, а у них можно узнать, когда у них будет такой. Да, заодно узнаем, когда у них будет следующий завод. А какой ты хочешь брать? Возьмем Тани. Да, возьмем Тани. Я хотел как раз вот этих хлебцем вот этим взять. И, может быть, несколько этих. А мне еще матери. Да, и матери еще возьмем. А ну какой? И плюс там на ужин поесть. Да, они одинаковые. На ужин я хотел вот этот взять. Не, мне понравился. Георгиевский. Ну, возьмем георгиевский. А его нету. Сейчас найдут они тебя. Пойдемте. Все. Нет. Так, по 500, да? Он мужчина, который ты искал. Так, давай возьмем. Какой-то. Здрасте. А у вас георгиевских рулетов нету сейчас? Кончились. Блин, жалко. А когда будут? Завтра. Ну, скорее всего, что ждем. Завтра, да? Завтра. А долго они хранятся в холодильнике, да? Холодильник и дом, что они сидят. Дороги можете 5 суток из него. Так, ну что, давай. А, нам, пожалуйста, вот два вот таких вот хлебушка. Хлебца. Ну, один тебе, один матери. Таня. Один вам, один еще раз вам. Да-да-да. И одну вот грушку такую вот. Да, грушку. Вот такую. Надо. Надо. Такую, ну, маленькую. Угу. Так, ну пока все, да. А потом георгиевский у вас завтра. Мы еще георгиевский хотели взять. Хорошо. Угу. Все. А это сколько? А суджук по 300 рублей. 300 рублей говядина, 350 конина и 400 баранина. Давай еще возьмем это. Говядина, суджука. Конина и баранина. Возьмем по палочке. Давай. Давай там еще по палочке. Какой? Всех. По палочке. Говядина, конина и баранина. Все, это мы домой уже собираем.
А давайте говядины две. Давайте говядины две. Все, говядины две еще. Калина и баранина. Одну калину и один баранину, да. Итого четыре. Да. Что-то мы сейчас разгулялись. Ну, у меня сегодня день рождения. Так, все, надо взять. А у вас скидок на день рождения нету? Нету. Не, у нас подарки. Подарки? Подарки. Это хорошо. Как оптовикам. Запах хороший прям вообще. Так, а чурчхелы у вас есть? Нет, конечно. Вот целая витрина. А, нет, конечно, да? Чурчхелы. А почем она у вас? Она без муки. Орех плотно набит, поэтому маленькая 100 рублей, средняя 150, большая 200. Это чурчхела армянская по-еревански. Угу. Ну, чурчхелу мы туда попозже. А вот это что такое? Щербет. А, щербет, это, да? Сухофрукты, орешки и мёд. А попробовать можно? Что это за щербет такой? А вот это вот с чем? Лес, это курага. Вот давайте вот это чуть-чуть прям попробовать. Угу. Ну, конечно. Чем дальше вкуснее, тем лучше. Так, а вот это уже виноград. Интересно. Угу. Это виноград, да? Вкусно. Надо тоже будет взять. Ну, это мы там придем уже. Мы еще пока здесь еще неделю. Я просто боюсь, что испортится. Нет, ничего не испортится, да? Нет, холодильник наоборот не требуется. Не требуется? Нет, он у вас отбеет, потом придется грызть его. А, ясно. Все, что вы видите, все доедет, ничего не портится. Полгода хранения. Так, вот сколько у нас всего будет? Ну, на следующий раз, когда будет у нас Георгий Фюрлет, мы обязательно придем, еще возьмем. Вот такую штучку тоже возьмем. Угу. 1,5 килограмма сыра, да. Все, мясо, кстати, мы по одной цене весь. 836 сыр. Угу. 836 сыр. И колбаска, да. Колбаска. Да. 2186. Да, спасибо. У нас карточек только. Так, суджук мы не кладем вообще в холодильник. Ага, вообще не кладем, да? Нет, даже дома. Даже дома, да? Его чем суше, тем лучше. Чем суше, тем лучше. На балкон. А мы его сейчас там, где чай, положим, и все. Там, в наш сейф, в наш шкаф, мы там все складываем. Так, а сыр вы на перевозку, правильно? Да. В Россию. А, тьфу, блин, в Россию. В России, да. У меня такое ощущение, что я где-то за границей, знаешь, я все нахожу. Мы это в России все видим. Из, блин, России в Россию. Это пока положите в холодильничек, потом уже, когда будете уезжать, перекусуйте его в пергаме. И вам подарок. О, на тебе. Кемаля. На, спасибо большое. Возьми. Спасибо большое. Хотя мы его делали дома. По рецепту. Да. Все, спасибо большое. Так, а завтра Георгий Фюрлет будет, да? Завтра еще придем. Спасибо. Так, корички, палочка. Корица. Какая красота, ребята. Такие запахи ходят. Прям просто балдеж. Смотрите, пестрая для блюд. Летняя. Какая красота. Абхазская соль розовая. Куркума. Так, хватит нюхать, а то ты сейчас все снюхаешь. На 132 рубля. Чаман для мяса блюд. Вот, подождите, еще сейчас. Ой, какой классный запах вообще. Все, спасибо большое. Сколько, 2-3? Пойдем. Пускай нам оставит эту пару. Чего? Да, завтра придем. А то все, разберут. Да, рулеты разбираются у них. Так, вы соль попробовали? Соль не попробую. А вы мне хотите дать попробовать? Почему нет? А у вас завтра точно будут, да, рулеты? Просто мы прям хотим взять домой. Нам вот это парочку рулетиков, да, оставьте нам. А то не быстро уходит у вас. Да. 150 еще плюс. Все, спасибо большое. Пойдем.
Нет, пойдем. Мне нельзя. Блин, туда это отмечать. Слушай, мне кажется, даже здесь выгоднее получается. А нам вообще надо в сторону отеля это все скинуть надо. А видите, как она сказала, что суджук вообще не надо хранить. А мы завтра придем еще. Холодильники его нельзя. Да. Мы завтра придем еще, знаете, купим эти рулеты и купим чурчхелу. Ну, видишь, она что сказала? Видишь, Магда это дала его. Отсюда выкрутить, когда поедем, и закрутить заново. Нет, она для сыра дала? Нет. Она для сыра дала бумажку? Нет. Да. Он сказал суджук. Ну ладно. Ну, суджук, видишь, не надо хранить в холодильнике. Ну, а вообще сыр, причем? Ну вообще сыр, это можно, да. Это да. Сыр нельзя, блин, вернуть. Потому что он будет просто провоняет весь. Ну все, твоим взяли сыр, нам взяли сыр, Тане взяли, в общем все. А говядина куда ты? Говядина я Тане, я обещала палочку. А то у меня племянник, прикиньте, она мне сегодня скинула фотку, как у меня племянник там это... А то есть он... Он худюший. Поправится, да? Ну, это питание улучшено. Чего? Дяденька, знакомый дядя. Дядя Скура. Расстрелять. Дядя Чугашвили. Всех расстрелять. Дядя Чугашвили. Вот да. Тебе такую взять, вот, пытаюсь. А вот, кстати, как мы, в принципе, как мы вчера и катались. Нет, там была не блин, такая. Там была вот такая вот шляпа. Она до двух была? Ну да, там одно и сзади одно. Ну, и чё? А здесь, видишь, это немножко по-другому. Ну и чё? Вот возьмем, как а мы покатаемся. Вот эта штука, вот она. Ты видишь? Понятно. Я тебя отдашь за бесплатно прокачу, слышь, девочка. Не, он такой смотрит и слюнзик. Эх, они здесь. Шельмецы! Казань едет. Не, а кстати, вот насчет этих лавок, знаете, я хочу сказать. Вот мы где не были, а у нас вот с машин продают тоже сыр по 300 рублей, тоже за штуку, знаете, за штуку. То есть, по сути, получается, как вот эта женщина сказала, 600 грамм где-то в этом сыре получается, да? Вот, и... Это большая, это да. 600 грамм. Там а у нас, смотри, лепешка, да. Ой. Мне кажется, нормально, выгодно достаточно получилось. Если одна штука 300 рублей, тогда дешевле получать, чем там. 500. Слушай, а странно, что вот они говорят, что из козьего молока 1500 стоит, а мы в Абхазии покупали по 300 рублей. Блин. Косичку вот эту. Дело в том, что ты была в Абхазии, а там цены другие. Понимаешь? Так, конечно, сыр вот насчет, кстати говоря, не так уж и дорогой получается там. Так я типа что и говорю. Там 250 мы, по-моему, вообще брали. Дело в том, что... Ну, хотя на рынке в Абхазии там дороже, дешевле. Ну, ты дай мне сказать. Давай, извините. Дело в том, что здесь очень трудно найти именно абхазский сыр. Его здесь очень мало. Прям, я не знаю, может, процента 2-3 от всего сыра. Здесь большая часть сыра – это Адыгея. Угу. Но вот тут вот, честно, блин, говоря, я что у них сыр адыгейский, да. А не абхазский. Хотя могли сказать, что типа из Абхазии. Короче, мы за честность. Они тоже. Да. Он говорит, вы сейчас ничего не пробовали. Я говорю, а мы хорошо. А я вас помню. Да, меня сложно забыть. Это что сейчас? Прям мой эфир идет? Это спрашивался? Да. Нет. Я говорю, нет, для прям моего эфира интернет. Здесь его нет. А на камере тоже нет. Ну да, идем. До дома, до хаты, сейчас скинем, все. Нет, конечно, можно постараться подключить ее к прямому эфиру? Мне нужен провод. Уже домой потихоньку закупаемся. Потому что нам осталось сколько? 2 или 3 дня. 3 дня. Да. Остальные дни будем расслабляться. Если больше ничего не надо. Сыр только докупим, все немножко. А больше ничего не надо. Пойдем так же? Да. Слушай, нафига я-то спрашивается, это сыр убрал морозилку? Он у меня начал белеть. И я такая, блин. Говорю, дядя Леша, ты привез. Вот это соль. Да, кажется, просто соль выделял. Соль выступает, ее отсчел, чтобы мальчик там. Ну как пыль. Скоблил. Че, видишь, как сказали, что весы, честные. Вот эта штука. Она тоже по-блин крывается белой хренью. Да? Соль. Кстати, а у нас, вот, помнишь, у нас вот палка конской колбасы. На лед соли. Да. Она, кстати, меньше намного палочка. Помнишь, тоже рублей 300. Помнишь, мы Галь тогда покупали? Да. А тут, считай, такая здоровая палка-то. Она уже серьезная.
Да, и сухая. Она высушенная прям. По 300 рублей, считай, не так дорого. Прям, это сыр вяленый. Да. Уже вяленый. Вот видишь, он что сказал? Вот где мы дом будем хранить? На балконе, в ящике. Да? Че, хранит? Да, это его. Развесишь там. Он как сказал? Говорит, убрать подальше, чтобы никто не достал до Нового года. Особенно жена, да? Так, я буду знать. У нас к Новому году уже, смотрите, пастурма, сыр. А сыр долго будет храниться? Ну, как сказал, место в холодильнике. Долго. Да, вон 3-4 То есть просто счищаешь вот эту беленькую? Полностью. Нет. А я сначала думал, что это... Прежде чем, чтобы это что-то резать, ты его достаешь, и если там это образовалось, вот это сливая эту корочку, счистил и режь. Он, блин, просто будет это ссыхаться. Чем дольше он будет лежать, он будет это, внутри вот эта мякоть от корочки будет ссыхаться, и она будет это жестко делается мякоть. Понятно. Вот это белое. Ну, короче, у нас к Новому году, смотри уже. Черный икра, молоки, сыр, суджук. В общем, много всего вкусного уже. Соус кемали. Слушай, у нас такой Новый год будет, ох! Прям вообще. Винишко еще, да. Кстати, бутылочка. Аушвайс, видишь? Оставим. Подарки есть. Да. Скидок нет, но есть подарок. Соус. Ну, да. Еще. Да, все равно приятно. Это соус. Приятно. 250 рублей стоит. Да. Да. Бутылочка такая. Не, ну мы взяли так прилично. Что уж. Ну, даже, если, он не может проверить, что у меня день рождения, мы как оптовикам. Вот так уж. Да. Мы идем дальше. Ну, вон там, кстати, это, видите, там орехи продают сзади. 150 за килограмм. А здесь сколько? Как раз килограмм, наверное. Нет, ну там в мешке у них по 2 килограмма. Нет, думаешь, смысл... Да. Такой маленький, 2? У меня там мешки 2 килограмма. Потому что точно такие же мешки я видела в Абхазии. Да? Да. И только там по 100 за килограмм. А так он тебе, пожалуйста. Ну, вообще в этом мешке, как я поняла, около 2 килограмм. Сочинский ярмарк. Да. Отойди в сторону. Вот здесь, кстати, клубника всякая. Клубника, виноград. А клубника, наверное, дядя Леша здесь брал. Ну, он говорил, он дорогая, 400 рублей. Это... А, не, он, наверное, в пятерочке брал. Все, а вот он говорил, сыр он взял вот этот вот за 400 рублей. Да. А где он такой сыр другой взял? А вот с машины, наверное, около этого отеля. Нифига. Сыр. Там... Чуть-чуть отойти. По крайней мере, здесь более чисто, чем вот тот, который у них, ну, валяется, Леша, прям. Ну, что ты, блин, знаешь, он не любит искать, он, блин, где ему сказали, там. Подожди, а вы лаврушка случайно? Не лаврушка? Нет. Точно? А туда веточек надерем. Можешь взять это листочек, тереть потом. Ну, вон, возьми, потери, понюхай. Три. По три, да. Не лаврушка? Не. А вот это вот что такое? О, как ягодки, смотри. Пошли, ягодки. Это прям реально ягодки, смотрите. А что это такое за ягодки? Облепиха. Ну нет, не облепиха. Ну какая-то такая вот... Ой, как она облеплена-то вся. Красивая. Смотрите, а, вот видите, это экскурсия. Как раз вот ту экскурсию, которую мы вчера встречали, индивидуальная. Да, то есть они возят по разным объектам, показываются. Они эти вот только это возят, олимпийские. Ну да. Показывают и все. Ну красиво. Вон, сыр. Да. Так, ну, короче, сыр вот сейчас 500 рублей. Другой. Тоже такой же. Странно. 10 метров, даже не 10 метров, метр, блин. Короче, у того мужика 500 рублей за килограмм, а у бабульки... 350. Ну, а что-то, мне кажется, это... Что-то тут не то. Что-то тут не то. О, что-то тут не то. Что-то тут не то. Вот честно, мне вот тот мужик, который вот там вот в стационарной палатке, в стационарной лавочке, больше он мне вселяет туда доверие, чем вот, вот эти. Если он тары будет в этой палатке, он ее арендует. Да. Значит, у него есть лицензия на торговлю вина. Да. Причем у него даже есть терминал. Да. А это уже, значит, говорится, самозанятости, вдруг, грубо говоря. Нет, если вдруг ты... Травянешься? Да. То можно в Роспотребнадзор, да, или даже в полицию написать заявление. Да. А тут они сели в машину и укатили. И накрячили. И ищи ветра в поле. Так что обманывать вот там вот лучше взять. В чем там грузинские вина? Не, ну все, да. Не знаю, ну как ты... Не, выглядит так же. Выглядит так же. Выглядит, да, так же. Я согласен, да. Даже вообще разница. А какой смысл ему травить тебя? Вот как ты говоришь, эти сели, уехали, ищи ветра в поле. Да. А этот никуда не, блин, уедет.
Ну, его уже найдут. Ну да. Еще у меня, кстати, там, по-моему, даже табличка там, типа, ОО или что-то такое вот. ОАЭ. В чеке будет у тебя это указано. Кстати, да. Заметьте. На каузал подписать. Да. Если вдруг что-то. А вот эти хрен найдешь. И не в токналик. Так у них это, абхазки на, блин, это, а это другая страна. Иди ищи его там. Ветра в поле. Вот такие. Ну, конечно, думать вам, решать вам. Может, мы, конечно, тоже не правы, но лично на мое мнение, вот как-то вот так. Не, ну вот там вот я больше горы. Доверяю, нежели ну, в этих машинах. Смотрите, какие горы красивые. Вообще, даже смотри, сами кто... абхазы что говорят? Чё? Вот то, что в машинах, это говорит, порошок. Ну, понятно, да. Они сами говорят честно, что это порошок у них. Ну, хотя они говорят, это домашний. Это домашний порошок, ты ничего не понимаешь. Да, да, да. Кстати, какие горы классные вообще. Видишь, там на них эти? Облака. Да, вообще круто. Ну, вот так как-то. Ну, раздуло. Ну, блин, ветер сильный. Да. Не, ну, раздуло. Ветра, дождя так и нету. Он что-то собирался, и все. И раздуло. Да, хорошо. Ну, прохладно. Я сейчас кроссовки одену, джинсы. Потому что прохладненько. В общем, вкусняшек мы купили, гостиничек мы купили. Я никогда с пустыми руками не приезжаю. Всегда всем все привожу. Вот. Как говорится, день рождения у меня, а подарки дарю я. Вот так вот. Не, ну мне приятно, что мы позвонили, поздравили. Так вот, да? Вон, видишь, целая машинка села. Угу. 3, блин, тысячи, вот считается каждую сколько? 3, блин, тысячи, раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Ну да. Разделить. Ну, нам на двоих дорого. Раз всем с кем скооперироваться, да? Да. О, а завтра, может, Даша приедет. Может, вместе соберемся. Поедет. Ты что, нас трое? Это две тысячи. Ну, посмотрим. В общем, вот наш отельчик. Все, ребятки, пошли мы. На сегодня все. Вы уже это все видели вчера. Точнее, короче, у меня сегодня был день рождения. Я надеюсь, все были на моем дне рождения. Дальше продолжаем. Ну для них-то вчера. Короче, вам всем из прошлого, из будущего. Всех целую, всех люблю. Всем спасибо, всем пока. Поздравляйте еще раз. Пока. 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 Так, давай, от хэппи бёзди меня. Чтобы они потом не говорили. Чего тебе? Хэппи бёзди меня. Всем пока.